Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня я веду отчет по поводу очередного задания, которое заключалось в том, чтобы поздороваться с людьми. И не просто поздороваться, а сказать «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер», «хорошего дня» с продолжением, так сказать. У меня несколько такое противоречивое мнение насчет людей, но я его чуть-чуть, несколько секундами позже выскажу. Сейчас скажу, что в целом задание мне очень понравилось, но для нас оно, ну, как бы с дочкой было трудновато. По той простой причине, что мы живем в сельской местности, и у нас жара, пекло стоит 38 градусов в тени. На солнце не знаю я даже сколько. И людей, как вы понимаете, очень мало на улицах. И нам в два захода нужно было, мы до обеда вышли, поприветствовали всем доброе утро, пораздавали письма. И потом еще вот сейчас, после обеда, в жарень, в пекло, еле-еле нашли людей. Но задание мы успешно выполнили. Единственное, что я хочу теперь сказать насчет людей. Люди, мы все сетуем о том, или вы там все сетуем, ну, допустим, мы округлим, сетуем на то, что мир плохой, и правительство говно, еще там что-то, планета в целом отвратительна. Но почему мы забываем о себе? Измените себя, и мир изменится вокруг вас, или вообще полностью мир, отношение к нему. Почему я так говорю? Потому что кому-то здороваешься, я даже два эксперимента провела, просто здоровалась, здороваться люди отвечают на здрасте. А когда им говоришь хорошего дня, они даже спасибо или здрасте забывают сказать. Люди, если вы как бы сетуете на жизнь, перестаньте это делать и будьте добрее сами к себе и друг к другу. И тогда я уверена, что все мы изменимся. Всем хорошего дня. Пока-пока.